Всем привет! Канал «Ремонт лодочных моторов. Город Уссурийск». И такой небольшой нюанс с водяной помпой на лодочном моторе «Татпол» 9.9, он же 15, копия «Ямахи». Мотор 3 года назад у нас обслуживался, будучи новым. Только пройдя обкатку, приехал к нам на замену масла в редукторе. Работает нормально, владельца полностью устраивает. Перестала работать только кнопка. То есть, вытащив чеку безопасности, мотор не глохнет. После последнего обслуживания прошло 3 года, с этим мотором ничего не делалось, в редукторе даже не менялось масло. Шпонка крыльчатки не ржавая, сальники в хорошем состоянии. То есть, все отлично, в редукторе эмульсии нет, масло в редукторе мы заменили. Но смутил тот момент, что на холостых оборотах вода из контрольки идет под низким давлением, то есть, давая газ, струя становится сильнее. Сняли редуктор, крыльчатка на вид в хорошем состоянии, никаких потертостей нет. Ну вот, пара лопастей почти уже оторвались. Мотор копия Ямахи, но если ставить крыльчатку от Ямахи, помпа не будет работать. Потому что высота ямаховской крыльчатки намного меньше, чем китайская. Вот такую модернизацию китайцы непонятно для чего сделали, увеличив высоту крыльчатки, высоту корпуса и высоту стакана. В данном случае нужно искать либо такую крыльчатку, которая отличается от ямаховской, либо придется менять помпу целиком. А это стакан, корпус и крыльчатка. От Ямахи это все без проблем подойдет и встанет, и будет работать. Такая измененная помпа, конечно, не на всех китайских моторах, но нужно на это обращать внимание, прежде чем покупать запчасти. В общем, в данном случае либо меняем помпу всю целиком от ямаховской, либо придется немного помпу подогнать под крыльчатку. А чтобы это сделать, нам нужен токарный станок и четырехколочковый патрон. Обработали стакан и корпус помпы и подогнали все до ямаховских размеров. Осталось только обработать все заусенцы, и помпа спокойно встает сюда. В дальнейшем никаких трудностей при замене крыльчатки у владельца не возникнет.